Здравствуй, я Алиса Ра. Я приглашаю тебя в небольшое путешествие. Мой голос может тебе быть знаком, а возможно, ты сейчас слышишь его впервые. Но это не имеет сейчас никакого значения. Сейчас есть этот момент, сейчас есть ты и мой голос, и я хочу попросить тебя отложить какие-либо ожидания от этого путешествия. Доверься этому моменту, доверься этому пространству и миру вокруг тебя. Сейчас скажи себе: я доверяю этому миру. Я доверяю пространству, в котором нахожусь сейчас. Скажи себе: я доверяю себе сейчас, в этот момент. Устройся, пожалуйста, поудобней, чтобы твоему телу было комфортно, и твои мышцы не напрягались. Отключи телефон и убедись, что тебе ничего не помешает побыть наедине с собой. Итак, закрой глаза. Мы начинаем. Для начала давай немного подышим. Сделай глубокий вдох и выдыхай. Делай вдох через нос и выдыхай через рот, произнося небольшой звук. Выбери любой звук, какой ты хочешь. Это может быть любая гласная или какой-то слог. Итак, сделай еще один вдох. И с выдохом почувствуй, как расслабляются твои плечи. Сделай вдох. И с выдохом почувствуй, как расслабляется твоя спина. Сделай еще несколько вдохов и выдохов. Делай это в твоем темпе, в котором тебе удобней. И почувствуй, как постепенно твое тело расслабляется каждой клеточкой. Каждая мышца твоего тела словно тяжелеет. Сделай еще один вдох, глубокий-приглубокий. И выдох. Сейчас я попрошу тебя вспомнить один приятный, легкий весенний день, когда на улице было солнечно и так тепло, что все вокруг уже ходят в легких кофтах. Ты стоишь посередине улицы, и твое лицо приятно греет солнце. Ты стоишь и наслаждаешься этим прекрасным весенним днем, теплым ветром, теплым солнцем. И вот ты начинаешь идти вперед. Ты идешь не спеша, шаг за шагом. Ты чувствуешь каждый этот шаг. Ты идешь по аллее, мимо красивых клумб, мимо старых лавочек, на которых сидят парочки и старушки. Ты не спеша идешь дальше, разглядывая все, что находится вокруг. И вот ты сворачиваешь во двор. Это тихий дворик. И ты смотришь на него и понимаешь, что он очень тебе знаком. Ты делаешь вдох
И ты узнаешь запах, запах этого места кажется тебе очень родным. Ты смотришь на цвета домов, подъездов, и они тоже тебе знакомы. Ты подходишь к огромному дереву, и ты понимаешь, что видел его когда-то. Оно растет возле самого входа, в самый знакомый дом. Возле дома есть небольшая детская площадка. Ты обращаешь свое внимание на играющего там ребенка. Этому ребенку примерно 5 лет. Ты смотришь на него, и он кажется тебе таким родным. И ты видишь знакомые родинки, знакомые жесты. Ты смотришь на улыбку этого ребенка, и у тебя внутри, в самом сердце, начинает разгораться тепло. И вот ты решаешь подойти к этому ребенку, чтобы сейчас сказать ему самое важное. Не бойся. Сделай глубокий вдох, выдох, и теперь, не спеша, начинай подходить к этому ребенку. Подойдя ближе, на расстоянии вытянутой руки, загляни в глаза этому ребенку и скажи: «Здравствуй, послушай, ты не знаешь меня, но я знаю о тебе все. И сейчас мне нужно сказать тебе кое-что очень важное. Впереди тебя ждет интересная жизнь. Конечно, будет происходить разное, но ты должен запомнить кое-что. Запомни, что на лжи не построишь ничего хорошего. Друзья будут приходить и уходить, и в этом нет твоей вины. Ошибаться — это нормально. Ничего не бойся и иди вперед. Каждый раз пробуй заново, и у тебя обязательно все получится. И помни, что на свете есть хотя бы один человек, который всегда будет верить в тебя. А главное, ты должен верить сам себя, доверять себе и ценить себя. Итак, после этих слов сделай снова глубокий вдох и затем глубокий выдох. И если тебе есть что сказать, что передать этому ребенку, такому близкому и родному, то скажи это прямо сейчас, в этот момент, своими словами, все, что ты хочешь ему сказать. Ну что ж, я думаю, теперь стоит поблагодарить его за то, что он выслушал тебя. Скажи ему спасибо, и ты можешь обнять его. Обними этого ребенка так, как обнимают самого близкого и самого ценного человека в своей жизни. Теперь, в этот момент, все вокруг начинает озаряться ярким светом, и этот свет идет из тебя, из твоего сердца, где в самом начале начинало разгораться тепло. И в этот момент ты, который есть сейчас, и ты, маленький, становитесь цельнее. Становитесь гармоничней, и свет, который исходит от тебя, он разгорается все сильнее и сильнее. И в этот миг вы превращаетесь в одно большое солнце. И вот уже нет тебя, нет ребенка. Вы превратились в один большой сияющий шар.
остается лишь яркая вспышка света и тишина. Побудь в этой тишине, побудь в этом ярком свете, почувствуй себя этим ярким светом, этой яркой вспышкой, этим солнцем. Сделай глубокий вдох и выдох. Еще один вдох и выдох. Еще один вдох и выдох. Пошевели пальцами рук. Пошевели пальцами ног. Вдох и выдох. Потрогай себя за лицо. Убедись, что ты — это ты. Убедись, что ты здесь и сейчас. Ты вернулся. Ты вернулся только что из прекрасного путешествия. Поблагодари себя за это, потому что ты молодец. Поблагодари пространство, в котором ты сейчас находишься. Поблагодари себя за доверие. И сейчас давай сделаем еще один глубокий вдох. И с выдохом ты можешь медленно открыть глаза. Пусть будет свет в твоем сердце. Храни его и неси в этот мир. Благодарю тебя за то, что мы сделали это путешествие вместе. И обнимаю всем светом тебя.